This is really exciting because Yasser has moved on by finding the perfect location for her clothes. The perfect idea of 12 lost models in this extraordinary garden. And the idea that we can discover each outfit. And the clothes are beautiful because also you need time to look at them and concentrate. And I think this shows a development for me as I've been following her for several seasons. I think this is another development of her extraordinary personal handwriting. Ну, коллекцию я, во-первых, уже видела, потому что мы с ней сняли ее пару дней назад. Я ее закончила буквально в день открытия обрабатывать. Коллекция мне, естественно, очень нравится. Как бы работала с Ясей уже третий раз и очень люблю с ней работать. Очень комфортно себя чувствую всегда на съемках. Поэтому все вещи я уже эти видела, но мне очень нравится такая презентация, потому что на ней чувствуешь себя очень свободно и все эти вещи очень гармонично смотрятся здесь. Мне очень нравится влажность, которая здесь присутствует. Здесь лето, даже солнце вышло. Я вообще очень люблю Яси, очень рада, что она сделала эту коллекцию. Мне очень нравятся эти принты. Я надеюсь, что я ее немножко вдохновила, потому что я видела ее вот один из первых топов с персонажами вот этими веселыми. Я сказала: Яся, ты обязательно должна сделать коллекцию. Вот, и она ее сделала. Моя новая коллекция на тему истории о женщине, которая ушла в лес и пока она не вернулась. Тут цель каждого гостя — найти всех этих женщин. Тут их 12 штук. И вот я всех спрашиваю, нашли бы все 12 или нет. А дальше будет развиваться ее история в лесу, и что там произошло, просто невероятные вещи с ней будут происходить.